Иван Ильин. Иван Ильин. Известный русский мыслитель Иван Ильин. Известный философ Иван Ильин. Великий русский философ Иван Ильин. Как говорил философ Иван Ильин. Фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру. Ну, я читаю Ильина, да, читаю до сих пор. У меня книжка лежит там на полочке. И время от времени снимаю, читаю. Спасти страну от гибели может только строгий авторитарный режим. При таких условиях национальная диктатура станет прямым спасением, а выборы будут или совсем неосуществимы, или окажутся мнимыми, фикцией. Известный русский мыслитель Иван Ильин, размышляя о базовых принципах, на которых должно прочно стоять российское государство, отмечал: «Фашизм есть спасительный эксцесс патриотического произвола. Дух русских фашистов патриотический, волевой и активный». Иван Ильин. Статья о русском фашизме. В этом огромный смысл и хороший наказ всем нам в сегодняшнее время. Украинский сепаратизм есть явление искусственное, лишенное реальных оснований. Отделившись, это государство предает само себя на завоевание и разграбление иностранцам. Приведу в этой связи только одну цитату. Иван Ильин. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию, европейской культуре дается отсрочка. Предлагают тост за наши доблестные вооруженные силы. Потому что, как говорил известный философ Иван Ильин, война есть совокупное духовное напряжение всей нации. Война учит нас всех жить так, чтобы смерть являлась не позорным окончанием озлобленного и хищного прозябания, но естественным увенчанием жизни, последним, самым напряженным творческим актом ее. И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. По чтению можно узнавать человека, ибо каждый из нас есть то, что он читает, и каждый человек есть то, как он читает. Thank you.